затвор! Звук! Хлопушка! Я запарился с этими диалогами. Вперед, мотор! Что тебе надо в Голливуде, а? Дурь толкать? Реплик не слышно! Чего? Давайте, Лангер. Громче! Я монтирую. Это ну же! Что? Мотор! Рад встрече, Вик. Он артистичен, это значит, он живет и дышит кино. Я уверен, он девственник. Белая акула терроризирует городок в Новой Англии. Кресло-робот. 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 Да кому нужны ваши кресло-роботы? Больше вы вместе не пишете. Кто это? Это? Солидат? Я слышал, она лежала в дурке. А еще что, она ведьма. Познакомься. Ее друг принял ЛСД, разбил ей нос, выпрыгнул из окна и разбился. Добро пожаловать в Голливуд, парень! Научишь меня монтажу? Конечно. Я вылетаю в Нью-Йорк работать над одним проектом. Я смонтирую твое кино. Каково это смотреть на мою смерть? Мне нравится, потому что я возвращаю тебя к жизни. Вот как ты обращаешься с дочерью! Я могу помочь. Она лжет всем. Когда-нибудь ты поймешь это. Я написал сценарий к боевику. Напал, адская война, наркотики, сердце тьмы. Нам нужен монтажер, пока мы снимаем, если вдруг выбьемся из графика. У тебя паспорт есть? Посмотрите сюда! Кажется, твоя карьера пошла в гору. Ты украл мое кино! Это не твое кино, а мое! Я еще не закончил! Это требует времени! Это же искусство! А оно требует времени! Да! Это требует времени! Знала ли я, что это будет волшебно? Хорошо, это твой подарок. У меня есть кое-что особенное, чтобы отпраздновать. Наслаждайся, тебя ждет великолепная ночь. Так, стоп! Стоп! Ну, очень странное кино.